Один из признаков курортного сезона в Черноморске – это выстроившиеся в ряд на газонах вдоль улицы Парковой представители отечественного и зарубежного автопрома. Автомобили поскромнее можно спрятать в кустики, дающие благодатную тень. Ну а внедорожники известной марки с символическими цифрами на номере можно устроить под раскидистыми каштанами. Это очень удобно и, главное, совсем близко к входу на городской пляж. Такая ситуация вполне устраивает владельцев автомобилей, но никак не жителей Черноморска. Он себе в городе не поставит так машину, как у нас стоит. Уважение к нашим местным людям, которые ухаживают за этими газонами и все остальное. Я считаю, что это беспредел. Они приехали на пляж, вот здесь вот есть пляжная парковка. Ставьте, пожалуйста, но там же деньги платят, а тут бесплатно. Они хотят свои деньги, как они говорят, мы приезжаем, вам платим деньги. Кому не платят деньги? Ну не нам. Многие гости нашего города также возмущены поведением недобросовестных водителей и считают, что нарушители должны быть наказаны. Только приехал и вот иду в продовольственный магазин посмотреть, это ужасно. У нас в Беларуси такого нет. Даже просто сказать, что во дворе, где зеленая зона, и если кто-то поставит там машину, она сразу же или фотографируется, или звонят в ГАИ, приезжает ГАИ, штраф и все, и больше никто. То есть учить люди наученные. Как бы вот так. Но это я не знаю даже, как они заезжают сюда и кто. Это неправильно. Хотя я вот сейчас и шел, там люди говорят, что за углом стоянка. Правда? Не видел я, где-то стоянка. Надо поставить на стоянку, и все будет хорошо. Пренебрежение правилами гостеприимства многие автовладельцы объясняют отсутствием парковочных мест. Хотя на расположенных вблизи приморской зоны стоянках, по словам их сотрудников, есть где поставить машину. Правда, за деньги. А на газоне машину можно припарковать абсолютно бесплатно. Но согласно правилам дорожного движения, стоянка запрещена на газонах и тротуарах, если не остается 2 метра для прохода. О нарушениях этих правил мы сообщили в дежурную часть полиции. Добрый день. Вас беспокоит ТРК и Т3, город Черноморск. У нас зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения. Машины припаркованы на тротуаре, нет прохода абсолютно ни для пешеходов. Подождите, реке? Да. Улица какая? Парковая. Парковая номер? Номер, начиная от 8-го, заканчивая 20-26-м. На тротуаре? На тротуаре, на зеленой зоне, придомовые территории все заблокированы для проезда, для прохода. Ожидайте, пожалуйста. По словам сотрудников городского отдела полиции, в район Парковой отправлена патрульная машина. По словам жителей города, ситуация с парковкой на газонах осталась прежней.